Всем привет! Сегодня понедельник, день тяжелый. Мы уже отвели Захарчика, отвезли в детский сад. Вот. Мне пришлось вернуться домой, потому что я забыла свой телефон. Я без телефона, как без рук. Вот. Сейчас отправляемся в деревню Упша, так что оставайтесь с нами. Ребят, приехали мы в деревню. Сейчас хотим сходить к святому источнику, водички набрать немножко. Вот, покажу вам, как здесь все сделали. Такая красота. Дорожка. Прудики маленькие, небольшие. Летом здесь, конечно, красиво. Вот, единственный минус, здесь летом очень много комаров. То есть вода, низина и очень много комаров. Прям таких крупных. Вот такое вот место. Лось. О, там утка плавает, ничего себе. Точно утки. Вот это да. Смотрите, утки. Ну это домашние утки. Здорово. Купаются. Волка поставили. Вот этого волка ведь не было, да, Миш? Нет. Не было. Новый какой-то. Здесь в этом прудике рыбку разводили. Сейчас не знаю, есть, нет. Но вот мы как-то приезжали, прям здесь рыба плавала. И медвежонка вот этого не было вроде, да? Так, это у нас какой? Источник преподобного Сергия Радонежского. Вот. Вон рыба. Где рыба? Вон, смотри. Ребят, сейчас, если получится, я вам сниму рыбу. Правда. Это должна быть. Плавает. Вот это да. Это форель. Видно? Или не видно? Вот же она. Вот, 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 под уткой. Вон она под плывет. Уткой. Сейчас. Вот плывет под уткой. Девчонки, да. Сейчас покажу. Она прям к нам плывет. Вот она. Вот она, вы видите ее? Поближе сделай. Видите? Ничего себе! Вот это рыба. А, здорово. Крупная такая, да? Да. Ой, да там ее много ведь. Угу. Здорово. Все-таки разводят, значит. Я думала, уже не там и малек есть. Ну ничего себе, ну-ка приближить попробую. Вон она, видите? Здорово. Молодцы. Так, пойдемте сходим. Так. Это значит у нас, сейчас я вам скажу, это купель. Летом здесь, ну может быть кто-то и зимой, конечно, отважится. Летом здесь окунаются. Водичку. Я думаю, что, наверное, и в крещение, скорее всего, да? Конечно. Приезжают сюда окунаться. Можно раздеться. Такая вот она закрытая, крытая. Ну, вот так вот все. Вот. Так, пойдем посмотрим. Вот здесь у нас... Так. Здесь водичку можно набрать. Она... Водичка здесь освещенная. Такой уголок. Так вот. Каждый может прийти, посидеть со своими мыслями, о чем-то попросить, помолиться, водички набрать, умыться. Так что вот так вот, ребятки. Мы сейчас тоже пойдем умоемся, водички наберем, попьем. Так, ну ладно, попозже включусь. Thank you.
Ребят, смотрите, так интересно. Тут Мишка, и у него вот здесь Машка сидит. Придумали же, да? Мишка с Машкой. Миша несет Машу. Ребят, нагулялись мы, очень здесь хорошо, такое умиротворение, спокойно так. Правда, очень сильно замерзли, прям сегодня дубак у нас. Сейчас отправляемся в обратный путь, наверное, заедем куда-нибудь на заправку, купим кофеечку, немножечко согреться. Девчонки, мы уже дома, мы, в принципе, уже давно дома, уже пообедали, и Тёмчик у нас уже в школу ушел, Милашка пришла. Один ушел, вторая пришла. Уроки сделали с Миланушкой. Теперь она сидит, отдыхает. У нее есть полчасика, чтобы передохнуть. И она пойдет на легкую атлетику. После легкой атлетики у нее сегодня еще английский. Вот. Я, значит, с утра достала куриное филе. Оно у меня немножко отошло, разморозилось. Сейчас я его нарезала на тоненькие такие пластины. Замариновала. Хочу вечером на гриле пожарить. Вот, в принципе, ужин у меня есть, там спагетти еще остались, и фарш остался, который вот Миша вчера готовил ужин. Но решила еще филе пожарить на гриле, потому что детвора любит такую курицу. Вот. Так, что у меня сейчас на повестке дня? Глажка, как всегда, моя любимая Глажка. Убирать сегодня я, такую глобальную уборку я сегодня не делала, пол не мыла. Вчера, потому что я хорошо убралась, сегодня я только пропылесосила. Завтра уже буду мыть полы, Миша уйдет на работу, детвору отправлю кого куда, в школу, в садик, и уже спокойно буду мыть пол, убирать, протирать и все прочее. У меня, кстати, еще мне нужно помыть еще окна. Я еще не мыла окна на зиму. Одно окно помыла, и в других остальных комнатах мне получается еще сколько нужно. В двух комнатах окна еще надо помыть, и на балконе все вымыть. Ну, в смысле, имею в виду окно. Вот, так что не знаю, может быть, даже завтра мы с вами этим займемся. Будет вам мотивашка. Может быть, кто-то еще так же, как я, не помыл окна. Вот, что-то в этом году я как-то затянула с этим делом. Обычно я мою раньше окна. Как-то вот обленилась, наверное. Не очень люблю это дело. Вот, так что посмотрим. Может быть, завтра помоем. Так, сейчас, значит, буду гладить. Давайте, наверное, вместе, что ли, погладим. Так, вот такая кучка у меня. В принципе, не очень большая. Но уже пора бы погладить. Чё, Милаш, ходишь? Скоро будешь уже собираться, доченька. Так, сейчас по-быстренькому переглажу и забудем про глажку на сегодня. Так, ну что, погуляли мы, съездили хорошо, побывали. А, значит, где мы побывали? На Святом Источнике сходили. Не стали мы заходить в церковь сегодня. Хотели, планировали зайти в церковь. Узнать, значит, сколько, да, когда, до чего. В общем, хотели узнать все, по цене узнать, сколько будет стоить. Ну, всякие такие вопросы поузнавать по поводу крещения, я вам рассказывала. Вот, но не стали заходить, потому что там было сегодня очень много машин. Обычно столько много машин, там в субботу, воскресенье у них там крещения проходят. Всякие такие вот крещения, машины освещают. Но вот сегодня понедельник, и почему-то там было очень много машин. Может быть, какая-то, не знаю, служба там какая-то была или что, не знаю, в общем, не буду я здесь выдумывать, придумывать что-то. Было очень много машин, много народу там было. Мы не стали с Мишей туда заходить сегодня. Съездим, в следующий раз съездим, все узнаем. Сегодня просто сходили, погуляли. Вот, водички набрали из источника, прокатились, в общем, немножко.
В следующий раз съездим, узнаем. В принципе, можно было бы позвонить и по телефону все узнать. У нас когда-то был телефон. Номер телефона вот женщины, которая там в этой церкви, как сказать-то, наверное, не скажешь же, работает, да? Я не знаю, кто она не монашка, ну какая-то вот служительница церкви, как, ну как вот их называют? Я, если честно, особо в этом не понимаю, не разбираюсь. Вот, у нас когда-то был номер телефона ее. Миша говорит, вроде бы не остался, что ли, у него ее номер. Ладно, разберемся, в принципе, здесь не так уж и далеко, можно и съездить будет. Я даже не знаю, сколько километров-то от города. Наверное, где-то километров, может быть, 50, что ли, до этой деревни. Вот. Так что просто прокатились сегодня, прогулялись, проветрились. Так. Сейчас поглажу. И Иванушку провожу. Так, Миша у меня побежал в магазин, ему нужно все никак, что-то у нас не получается разобраться под раковиной на кухне, у нас там течет колено это. В общем, пошел в магазин, нужно ему там что-то посмотреть в сантехническом отделе. Вот. Вообще, если честно, девчонки, настроение так себе. Не очень хорошее у меня настроение. Вот. Не буду говорить, наверное, почему. Да ладно, что не говорить-то. У меня, в общем, небольшие проблемы с телефоном. Я снимаю свои влоги на телефон. Телефон у меня новый. Телефону, наверное, месяц всего лишь. Миша мне его покупал, наверное, месяц назад. В общем, у меня есть трещина на камере. Дети берут у меня телефон периодически посмотреть видео там или что-то так, ну, что-то поиграть в игры. И вот кто-то из детворы немножко, наверное, неаккуратно как-то, может, положили, может, уронили, сейчас уже не добьешься. В общем, у меня трещина на камере образовалась. И теперь не очень хорошо она чисто снимает. Может быть, вы замечали, на некоторых моих влогах есть такие как бы засветы небольшие. Белые пятна такие. Ну, в общем, засветы. Это вот эта трещина дает. Поэтому вот не очень хорошее настроение. Руки опускаются. Не знаю. Начинаешь снимать, столько видео уже поудаляла, столько моментов всяких пришлось повырезать, потому что вот. Ну, потому что некрасивая, нехорошая картинка. Поэтому настроение немножко не очень такое хорошее. Хочется много поснимать, хочется много на улице снимать. А на улице как раз-таки вот оно и дает. Вот солнышко, когда попадает, вот эти засветы получаются. Вот такие дела. Так. Ребят, всем привет! У нас уже новый день. Сегодня вторник. Вчера я снимала, так и не доснимала. В общем, начинаем, продолжаем с вами влог. У нас утро. Я только что всех отправила своих. Мишу на работу, Миланушку в школу. Так, всех да не всех. Захарчик у меня сегодня остался дома. Выпросился остаться, так что мы сегодня будем с ним вдвоем. Тёмчик пока еще спит, но скоро он уйдет в школу. Так, ну что, сейчас у меня на повестке дня. Вчера была Глашка на повестке дня. Сегодня уборка. Уборка, готовка, все как всегда. Может быть, кто-то смотивируется и тоже начнет убирать. Оставайтесь со мной. Так, ребят, мне нужно, значит, сейчас будет помыть плиту. У меня очень-очень грязная плита. Вот, помыть гриль. Вчера я жарила курицу деткам. В общем, гриль тоже очень грязный. Здесь все поубирать. Вот они, пластины вот эти вот от гриля. Нужно сейчас будет их намыть. Вот так.
Здесь все поубирать. Здесь у меня блинница стоит. Нужно будет ее на место убрать. Кусочек курицы лежит. Уже аж усох. Вчера Артемка вечером не доел. Чай нужно будет заварить. Так, банки стоят. Девчонки, я так ведь и не добралась до капусты. Не посолила до сих пор капусту. Вот сегодня я этим как раз и займусь. Вообще, что-то я вообще разленилась, расслабилась. Я же говорю, когда у меня Миша дома, а Миша у меня был, получается, сколько? 3 дня дома. Вот, когда Миша дома, я вообще ничего не хочу делать. Нет, я, конечно, пылесошу там, вот морковка лежит, на капусту как раз-таки солить. И вот капуста лежит, бедная бедолага. В общем, когда у меня Миша дома, сейчас переверну вас. Миша, когда у меня дома, не на работе, я вообще ничего не хочу делать. Муж дома, все, и я в расслабон. Единственное, что делаю, это вот пылесошу, там унитаз мою, раковину, вот такие вот, такие вот дела. А если что-то намечаю, такое вот, как капусту посолить или что-то еще такое глобальное, окна, допустим, помыть, я не могу этим заниматься, когда у меня дома муж. Вот. Хочется вроде и куда-нибудь съездить с ним вдвоем и просто побыть. Да и вообще, когда муж дома, ну не знаю, почему-то у меня не идут дела. Так что сегодня хочу... Кстати, я планировала ведь помыть окна, но, наверное, сегодня опять не буду это делать, потому что у нас сегодня морозно, вот, и, ну, не очень будет комфортно. Ну, в плане того, что, да, я буду окна открывать, не очень будет комфортно, я боюсь, что оно будет замерзать, вот, так что посмотрю. Если немножко к обеду потеплеет, то, наверное, все-таки помою окна. Пока у меня сейчас уборка. И займусь все-таки капустой. Так, здесь тоже, смотрите, разгром. Вообще, нужно постели сейчас поубирать, позаправлять. Все, Захарчик у меня там пока сидит. Вот, вещи все лишние поубирать. В общем, кошмар. Надо наводить порядок. Так, стирки у меня, слава богу, нет. Я все перестирала вчера. Здесь тоже. Ну, здесь, в принципе, всегда... Более-менее чистая комната, самая такая чистенькая. Даже, смотрите, даже белья у меня нет, все переглажено. Вот, более-менее такая самая чистая комната Артемки. А тут кто у меня? Ой, тут кто? На моих вещах ведь лежит. Я пришла с прогулки, гуляла и вон ходила на улицу, положила свои вещи, еще не убрала. Он лежит ведь на них, да? Как будто рядышком с мамой. We'll be right back.
Девчонки, хотела показать вам свой гриль. У меня гриль фирмы... Сейчас покажу вам. Китфорд. Это наша, по-моему, если я не ошибаюсь, наша российская фирма. Он, конечно, не самый крутой, не самый там дорогой какой-то. Он, можно сказать, даже бюджетный. Мы покупали его год назад за... Так, по-моему, за 3,5, что ли, тысячи мы его заказывали через CityLink. Вот. Тут он уже такой темненький, это все не отмывается, но это никак не влияет на его работу. Хоть он и не самый дорогой, не самый там навороченный, но нам он очень нравится. Нас вполне он устраивает. Хороший гриль, хорошо жарит. Мы уже жарили на нем и рыбу, и курицу, и что мы жарили, гренки. Я один раз пробовала даже жарить на нем яичко. Все получается очень хорошо. У него вот такие вот съемные панели. Так, вот с этой стороны тоже они такие вот поджаристые уже, не отмываются. А с этой стороны вот такие вот они с покрытием. Так, здесь что у меня? Что такое? В общем, хороший гриль, бюджетный вариант хорошего гриля. Мне очень-очень нравится. И, кстати... Я постоянно говорила, кофемашина, это значит у меня кофеварка рожковая, тоже этой фирмы, Китфорд, вот она, тоже покупали вместе с грилем год назад. Очень хорошая рожковая кофеварка, мне прям вообще нравится. Здесь есть режим, так, эспрессо, капучино и латте, или латте. Вот, так что сюда вот молочко наливается, можно делать капучино, вот он, рожочек от нее, две насадочки. Хорошая, классная кофеварка. Ну, я называю ее кофемашиной. Так что очень-очень вкусный кофе с нее получается. Хотя в последнее время варю не часто. Не знаю, почему-то ленюсь, потом все это вот этот рожочек промывать надо. В принципе, не так уж и долго, промыл его в раковине, да и все. Ну, не знаю, что-то ленюсь. Надо, наверное, опять начинать пить уже хороший, вкусный, ароматный кофе, а не вот эту вот бодягу, которую с банки я пью. Так что вот так вот. Так, и я вам еще рассказывала про, как она называется-то, господи, блинница. Так, беру этот кусок, уже засохший. Блинница. Вот такая у меня небольшая блинница. Нет, даже большая, наверное, она, да? Большая. На один большой блинчик. Так. Травула, что ли? Миша мне заказывал на Озоне ее. В принципе, жарит неплохо она блины. Ну, вот как-то не зашла. Вот не знаю, как-то не зашла она мне. У нее есть такая деревянная штучка, которая вот по кругу вот так ей распределять блинчик. Ну, то есть тесто распределяешь, вот, чтобы блинчик. Так, ну а мы продолжаем с вами мыть дальше.
Девчонки, закончила я свою уборку. Вот уже даже сходила в душ. Немножко помылась. Так, что у меня сейчас по плану? Я хочу сейчас посушить волосы, и мне нужно сходить в магазин. Захарчика я брать с собой не буду. Не хочет он со мной идти. Он не очень любит ходить по магазинам со мной. Но мне обязательно нужно сбегать. Мне нужно купить мясо. Хочу плов сегодня приготовить. И мне нужно зайти в магазин, в салон, где продают чехлы на телефоны. Вчера я вам рассказывала немножко про свой телефон, что у меня такая вот небольшая проблема, царапинка на камере. Вот, значит, забыла вам рассказать, что это не все так просто. То есть, да, там пошел в салон куда-то, в ремонтную мастерскую куда-то его отдал или куда, чтобы его отремонтировали. Не все так просто. Почему? Потому что у меня новая модель телефона, и на него нет еще ни чехлов в продаже, по крайней мере, в нашем городе, ни запчастей каких-то, да, деталей, которые могут подойти к этому телефону, то есть от этой модели. Вот, мы вчера ездили в несколько ремонтных мастерских. Вот так вот они пробивали по компьютеру, нет даже на Алиэкспрессе деталей. То есть вот этого стеклышка, стекла, которое вот на камере у меня, там трещинка. Даже на Алиэкспрессе нет еще таких деталей. Вот. Покупали мы, кстати, мой телефон на сайте Озон. Не просто в магазине, а на Озоне мы заказывали его. Кстати, он нам очень достался с очень хорошей скидкой, потому что в магазинах он дороже, такая модель стоит. Вот. А на Озоне он нам вышел, ну, по очень хорошей цене, с хорошей скидкой. Вот. У меня телефон Honor или Honor, да, правильно, по-моему, правильно Honor они называются. Ну, не суть. В общем, у меня Honor 30i. Вот. Схожу сейчас в салон, где продают чехлы, спрошу, может быть, уже появились. 3 недели назад мы были с Мишей, еще не было чехлов. Ну, посмотрим, может быть, и появились. Так. И, кстати, вчера вот мы ездили по мастерским, нигде нам не могли, ну, то есть отремонтировать, не было вот этой вот, вот этого стеклышка. Вот, и Миша у меня уже начал звонить. В нашем городе, в Йошкар-Оле, нет сервисного центра вот этих вот Huawei, Honor, нет такого сервисного центра. И мы нашли такой сервисный центр в городе Чебоксары. Так вот, мы туда позвонили, Миша позвонил, узнал, может быть, ну, подумали, может быть, там можно стеклышко заказать, там, или, ну, может быть, в наличии у них есть. На что нам ответили, что, в принципе, они могут найти такое стекло, но надо будет ждать 10 дней, пока оно откуда-то придет, там, я не знаю, оно откуда-то издалека. Вот, и 10 дней, и будет стоить это все, значит, заказать стекло, их работа, чтобы все это поменять, будет стоить 1800. Но это уже хотя бы что-то, да, чем ничего. То у нас здесь в Йошкар-Оле вообще, то есть нет и все сразу говорят, нет. Вот, значит, не знаю, когда мы выберемся теперь, как Миша будет у меня посвободней на работе. Наверное, поедем, не наверное, поедем мы в Чебоксары, съездим, закажем вот это стекло, съездим, чтобы нам все сделали, поменяли. Вот, так что сейчас пойду схожу в магазин, может быть, что-то и появились чехлы, хотя сомневаюсь я, ну посмотрим. Я смотрела на Алиэкспрессе, даже на Алиэкспрессе нет на эту модель чехлов. Вот у меня, который в комплекте шел, в коробочке с телефоном, силиконовый такой прозрачный, ну, хочется мне чехол какой-то поинтересней, и нужно мне, конечно, стекло на экран, защитное, да, стекло. Посмотрим. Сейчас схожу, все узнаю. Все, я немножко уже привела себя в порядок. Так, чуть-чуть, но волосы еще не сушила. Сейчас кофеечку, нет, не кофеечку, цикорию выпью, сынок мне налил старший, Артемка. И пойду в магазин. Сына, твой где чай? Нет. А где твой чай? Ты не будешь, что ли, чай пить? Где чай твой? Съем колбаску. Вчера купила такие колбаски. Знаете, как они называются? Пепперони. Сырокопченые, полусухие. Такие вкусные, вообще острые, классные. Я вообще обожаю острое. Очень люблю остренькое. Вот они как раз остренькие. Детки такие не едят.
мелкие. А мы прям с удовольствием. Я, Артемка и Миша. Вкусно. Сейчас одну колбасень съем. И цикория выпью. И побегу. Угу. Так. Захарчику блинчик греется. Сейчас съест блинчик. Хочу плов приготовить сегодня. И что я еще хотела? Посмотрю, наверное, запеканку испеку. Творожную. Угу. Творог у меня лежит. Надо его использовать. И, а может быть, этих, как они называются? Как они называются? Сырники. Может, сырников сделаю. Посмотрим. Вкусные такие, вообще обалденные. Вот вы знаете, кстати, звениговские. Кто вот живет здесь, Мариэл, очень вкусные. Звениговские, это, по-моему, наш местный ведь производитель, да? Ну да, очень классные. Угу. Сейчас пойду на улицу. Там такой дубак сегодня. В школу пойдешь, шапку, перчатки обязательно, сынок. Угу. Угу. Не могу до старшей дочери дозвониться, не берет трубку. Занята, наверное. Она ведь мне обещала, что придет к нам пиццу приготовить. Так и ведь не пришла. Звоню, трубку не берет. На работе, наверное. Ой, какая вкусная. Еще одну съем. Обалденная. Такая мера остренькая. Сухая. Я вообще люблю сухие колбасы. И люблю сухие сыры. Ломай. В детстве знаете, что самое вкусное было для меня? Это когда после Нового года нарезку делала, мама всегда колбасала, сыр, делала нарезку такую. И оно все не съедалось, и вот убирали либо в холодильник, либо на столе до утра оставалось. И сырок подсыхал, кусочки сыра подсыхали, становились такие сухонькие и выделяли маслица. Для меня это было на следующий день, 1 января. Самое вкусное, вот этот сырок, сухой сырок с капельками масла. Вот как сейчас вот помню. Как я любила этот сыр. До сих пор так люблю. Иногда делаю. Специально сыр нарежу и оставлю его где-нибудь на столе. Не надо было никаких там вкусняшек, конфеток, салатов. Я почему-то очень любила такой сыр подсохший. Ну, у всех свои тараканы, да? Артем стучит там, блинчик ломает, Захар. Вкусно. Ладно, допиваю цикорий и бегу. Девчонки, я уже готовлю ужин, все шкварчит, все жарится у меня. Здесь я, значит, делаю плов. У меня вот такой вот старенький казанчик, но мне он очень нравится. Обжариваю морковка, лук у меня и курочка. Так, а здесь я, значит, замешала уже тесто такое вот. Знаете, что решила сделать? Все-таки решила сырники сделать, пожарить. Здесь у меня две пачки творога, сахар, соль и два яичка, два яйца. Так, и вместо муки я добавляю манную крупу. Муку я не добавляю, не взбиваю тесто мукой. Я добавляю манную крупу и даю настояться этому тесту немножко. И потом сырники получаются такие здоровские, пышненькие, такие, ну, в общем, вкусные. С мукой я не делаю сырники. Так, все, я продолжаю готовить. Все, пожарила я свои сырнички. Вот такие вот румяненькие, очень вкусные получились. Уже даже
Кучка поубавилась. Детвора слопали, да? Миланка вон со сгущенкой трескает, плов поела, теперь сырничек нужно, да, скушать на десерт. Да. А что ты тут не съела-то? А, ну, это косточка у тебя. Ну все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Так, ну что, девчоночки мои, переделала я все дела свои на сегодня. Все, да не все. Капусту буду солить позже, вечером. Так, у нас сейчас с Захарчиком будет занятие в светлячке. Мы уже потихоньку собираемся. Захарушка одевается у меня. Выйдем, наверное, немножко пораньше, чтобы пройтись немножко. Ну, немножко пройтись по улице, подышать воздухом. Да, сынок, пойдем немножко пройдемся, подышим воздушком. Может, пораньше не надо? Может, говорит, пораньше не надо. Вообще не хочет. Вот если он меня не идет в сад, то я его на улицу погулять не могу вывести. Прям вот не могу уговорить его погулять. Ни в какую. Когда в детском саду он прекрасно гуляет, играет с ребятами и все такое прочее. Но вот как только если остается дома, все. Ни в какую не хочет идти гулять. Я прям удивляюсь. Вот, поэтому хотела немножко вывести его, чтобы он подышал воздухом. Не хочет. Не знаю, посмотрим сейчас. Может быть, уговорю его. Так, милашка у меня на тренировку ушла. Вот, она сама придет домой. Ключи у нее есть, сама придет, откроет и будет уже здесь папу ждать. Ой. Потому что Миша приедет с работы раньше, чем мы придем с Захарчиком. Вот. Все, вышли мы из дома. Куда идем, сынок? Светлячок. Светлячок идем на занятия. Да, вот папочка, у него там все необходимое. Для занятий азбука, карандашики, тетрадки. В общем, идем. Идем? Я с мусора. Заодно мусор выброшу. А ты с папкой. Так, все, выходим. Девчонки, мы уже дома, и у нас уже вечер. Да, милашка? Угу. Все дома. Мы сейчас с мужем будем ужинать. И что я потом буду делать? Солить капусту. Вот что я буду делать. Вам уже показывать не буду. Покажу вам завтра, если посолю. Ну, я думаю, что посолю. Ладно. Всем добра и пока-пока. Всем пока.